Zvon России! TV reporter Ruske državne televizije Kanal 1 naišao je na oštre reakcije tokom marša u Moskvi održanog 29. februara. Protestna šetnja organizovana je u čast Borisa Njemcova, opozicionog lidera i otvorenog kritičara Kremlja koji je ubijen pre 5 godina. Продолжаем врать. Не стыдно, а? Первый канал. Врать, скажите, а что конкретно? Давайте я скажу. Все, что вы говорите про Украину, это ложь. Что конкретно мы лжем? Вы лжете, что на Украине нет российских войск. Канал, что ли? Позор. Ruske vodeće TV mreže Kanal 1 i Rusija 1 su u državnom vlasništvu, dok nekoliko drugih manjih kanala kontrolišu kompanije koje su blisko povezane sa Kremljom. Opozicioni demonstranti koji su došli da odaju počast Njemcovu bili su uvereni da će izveštavanje novinara Kanala 1 Dmitrija Kulka biti pristrasno i negativno po njih. Разрешение у вас спрашивать, уходить мне или нет? Уходи! Ну все, пойдем. Первый канал, говно! Позор! Позор! Ради этого пришли? Или вы с какой-то позиции сегодня пришли? Мы сами выходим, сами. Да. А вы говнюки, говнюки натуральные. Pojedini učesnici protesta požurili su da označe Kanal 1 kao propagandno krilo Kremlja. Здравствуйте, скажите, вот проделал сети... Позор! 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 Вот, понимаешь, вот наш это на Первом канале говорит, что мы... Да на Первом канале там коррупция. Поговори с девушкой. Ну да, вот ее запишут, коллеги. Лучшая поправка Путина в отставку! Лучшая поправка Путина в отставку! Давайте, телеканал «Дождь», скажите, как вы себя чувствуете здесь? Мы чувствуем, работаем. Чувствую себя пока. Когда кричат «позор», наверное, не очень удобно работать. Ну, конечно, мы хотим конкретно с вами поговорить по конкретным вопросам, с которыми вы пришли. Не всегда удается. Все, простите, сейчас гораздо будем работать. Почему вам кричат «позор», как думаете? Ну, не знаю, спросите у людей, они вам все расскажут, что все плохо из позиции. Мы тоже пытаемся поговорить. Спасибо большое. Может быть, есть кто-то, кто кричал «позор» только что? Объясните, почему. Ну как же, доктор Геббельс. Пропаганда! Пропаганда! Мне кажется, нас троллят просто. Это за сегодня так активно порвалось? Да, я просто очень активный проводник. Позор жирно шлюкам! Позор жирно шлюкам! Позор жирно шлюкам! U večernjem izveštaju koji je usledio, Kanal 1 ispunio je neka od najgorih očekivanja učesnika protesta. Reporter je rekao da demonstranti nisu zaista znali zbog čega protestuju, a njihove zahteve nazvao je kakofonijom. Kulko nije pomenuo ulogu Borisa Njemcova kao opozicionog političkog lidera, čak ni njegovu nasilnu smrt. Samo je pomenuo njegove fotografije koje su ostale za demonstrantima. Осталось только навести порядок коммунальщикам, убрать, среди прочего, эти забытые портреты Немцова, которые приносили, вроде как, в память. Протестный марш, коим е обележено 5 година от смрти Немцова, био је највећи протест у Русији у протеклих неколико месеци. Хиљаде људи је дошло како би исказало своју подршку опозиционом лидеру, на кој је извршен атентат, и свој бес ка медијима који уживају подршку Кремља, а који негирају Немцово наследје.